2 октября текущего года сотрудниками электрического отдела полиции в рамках ОПМ участок был выявлен факт незаконной торговли алкогольной продукцией. По данному факту был составлен административный протокол по статье 463 «Занятие предпринимательской или иной деятельности», где было изъято около 200 литров спиртосодержащих напитков. По данному факту будет назначена экспертиза. После получения экспертизы данный материал будет направлен в специализированный административный суд для принятия процессуального решения.